Здравствуйте, всем хорошего настроения. Мы продолжаем телемарафон «Конституция 2020», как проходит Всероссийский день голосования по поправкам в нашем регионе и не только, включение соучастков, меры безопасности, мнение экспертов, обсуждение статей Основного кодекса страны. Все это на канале «Тюменское время», вплоть до позднего вечера. В студии работает Иван Стрижов. Здравствуйте. Итак, сейчас в моем отрезке на протяжении полутора часов у нас будет два достаточно известных эксперта. Один из них, которого все знаете, это депутат Тюменской областной думы Владимир Ильич Ульянов, которого сейчас мы приветствуем. Владимир Ильич, здравствуйте. Добрый день. Проголосовали сами? Конечно, 26 числа. 26 числа. 13:35. Ну, а опять же, вот эта вот, скажем так, семидневка по голосованию, она признана очень многими удачной. И по предварительным данным уже у нас проголосовало очень много, около 50 миллионов человек, за исключением, естественно, сегодняшнего дня. Это Российская Федерация. Да-да-да, в Российской Федерации. Вас эти цифры впечатляют? Ну, конечно, это хорошие цифры. Тем более, вот я посмотрел по 24-му избирательному округу, это сельские районы, начиная Сорокинский, Восток, Абатский, Сладковский, Бердюжский, Казанский и так далее. На вчерашний вечер, ну, на утро, на сегодняшний проголосовало от 60 до 70%. То есть достаточно активно люди идут, голосуют, несмотря что даже идет и дождик. Но погода не пугает? Не пугает. Сегодня у вас будет, как у именитого эксперта, достаточно непростая задача. Ну, наверное, вы видели вот эту вот книжечку, как бесспорно, и все наши телезрители, да, вот о поправках Конституции, почему это важно. Книжечка несколько тонковата, здесь все самое основополагающее. Но мы будем с вами, если вы не против, сегодня на протяжении полутора часов еще с одним экспертом, о котором я расскажу несколько позже, мы будем расширять понятие поправок. Вы не против? Да нет, конечно. Все договорились. Я добавлю, что в нашем регионе работает 1097 участков для голосования. В труднодоступных местностях используется не только автомобильный транспорт, вездеходы, но и авиация. На участках работает 2857 наблюдателей, 450 волонтеров Конституции, представители более 30 СМИ наших коллег. Включение корреспондентов «Тюменского времени» планируется вплоть до закрытия участков. На одном из них сейчас работает моя коллега Дарина Яранцева. Дарина, здравствуй. Скажи, пожалуйста, ты уже проголосовала? Добрый день, Иван. Да, я проголосовала, но сделала это заранее, в прошлый четверг, 25 июня, так как сегодня наша съемочная группа будет ездить по разным избирательным участкам и рассказывать, как проходит голосование. Сейчас мы находимся в ДК «Нефтяник», и что хочется сказать, здесь очень строго соблюдаются все правила безопасности. На входе измеряют температуру, есть одноразовые маски, перчатки, а более подробно об этом нам расскажет председатель участковой избирательной комиссии Светлана Викторовна Чудинова. Здравствуйте, Светлана Викторовна. Здравствуйте. Да, то, что касается безопасности, это действительно так. Все члены избирательной комиссии у нас прошли тест на коронавирус. Это самое важное, самое главное. Второй момент. Сам участок у нас оборудован всем необходимым для того, чтобы были соблюдены все необходимые требования Роспотребнадзора. Во-первых, то, что касается входа. На входе у нас расположена схема движения, которая говорит о том, что двигаться нужно в направлении прямо, наш участок сквозной. То есть, получается, в одну дверь заходим, в другую дверь выходим. Существуют ограничительные линии. Имеются средства индивидуальной защиты. Это маски, перчатки, ручки. То, что касается измерения температуры, бесконтактный градусник. В целом, я считаю, то, что было необходимо для того, чтобы люди пришли и проголосовали безопасно, все это на нашем участке соблюдено. То есть, смотрите, проголосовать гораздо безопаснее, чем сходить в магазин. Я в этом совершенно согласна. И люди это прекрасно понимают, поэтому идут на наш участок, я думаю, и на другие участки, не опасаясь того, что с ними что-то может произойти. Скажите, пожалуйста, а вот из участников голосования, кто вам за эти дни больше всего запомнился? Ну, наверное, это было 25 число, когда на наш участок пришла очень-таки даже не молодая, очень возрастная женщина 1928 года рождения. То есть, если посчитаем, ей было 92 года. Но это еще не все, потому что через день пришел
такой же возрастной, но уже мужчина, и тоже 1928 года. То есть наше взрослое поколение, оно идет в ногу со временем. Помимо этого приходит и молодежь. Молодежь приходит, которая голосует впервые. Мы стараемся их как-то поддержать, отметить, вручаем им дипломы, поддерживаем их аплодисментами. Спасибо большое. Я напомню, что еще есть время. Избирательные участки работают до 8 часов. Для тех, кто еще не проголосовал, пожалуйста, есть время еще это сделать. А мы будем, наша съемочная группа будет ездить по избирательным участкам и рассказывать, как проходит голосование. Иван. Большое спасибо, Дарина. Это была наш корреспондент Дарина Иранцева, которая побывала на одном из участков для голосования. Ну вот видите, Владимир Ильич, и дождика нет, и люди радостные. В общем-то, настоящий праздник. Дождь был на Доме обороны. Но он был на Доме обороны, но, опять же, не везде. Это тоже радует, но, опять же, не ливень, который там все сметает. Да. Давайте продолжим обсуждение. Но, насколько мы все знаем, в текст предлагается внести 206 поправок. Ну, как говорил Козьма Прутков, сложно объять необъятное. Все-таки что-то основополагающее вы можете сейчас выделить? Практически это выделено, что основополагающее. Вот понимаете, задается вопрос, зачем сейчас вносить поправки? Это надо вернуться в историю принятия нашей пятой, вот этой действующей конституции, тогда будет, в принципе, понятно, что происходило. Но говоря о значимости поправок, я, как и население считает, все-таки я отношу это в социальный блок. У нас в конституции в статье 7 указано, отражено, Россия – социальное государство. И, значит, помогает те, кто не может себе заработать, государство, да, и дети должны заботиться о взрослых, то есть, вернее, о своих родителях. Принципы. А что конкретно государство обязано делать, в Конституции до сих пор не содержалось. Это вопросы, связанные и с медицинским обслуживанием качественным, это связанные с вопросами образования, это связанные с мерами социальной, конкретными мерами социальной поддержки, это индексация пенсии, то есть целый блок вопросов, который действительно будет конституционно закреплен, и это будет ежегодно и постоянно исполняться, а не от того, что сегодня деньги есть, исполняем, завтра денег не хватает в бюджете, давайте мы это пока приостановим. Вот это очень важный блок. А следующий момент, который следует тоже отразить, на мой взгляд, это обеспечение независимости или суверенитета Российской Федерации. К сожалению, в мире такая сегодня ситуация, что мы практически можем опираться на поддержку ограниченного числа государств, по сути дела. А большинство государств Европы и США, они занимают весьма агрессивную позицию по отношению к России, вплоть до территориальных притязаний. Поэтому, конечно, те нормы, которые запрещают принимать решение об отделении части какой-либо территории, это нормы, которые говорят о том, что наши Конституция имеет приоритет перед международными правовыми актами, потому что сегодня мы сталкиваемся с тем, что международные суды начинают вмешиваться, кому мы должны заплатить, кому мы что-то должны отдать, что мы должны не делать. Это, конечно, ни в коей мере не обеспечивает развитие российского государства. Ну и третий блок, который, я тоже бесспорно полагаю, он весьма позитивен, это ограничение для высших и средних чиновников по недвижимости, по за рубежом, по наличию вида на жительство или гражданства зарубежного государства, потому что нельзя вот так на одном стуле деньги зарабатывать, а на другом стуле, значит, играть в интересах не Российской Федерации. Да. Ну, и можно еще, в принципе, отразить, хотя здесь как-то это пока меньше населения воспринимает, это ограничение, определенное ограничение полномочий президента по формированию правительства. Здесь президент передает часть полномочий Государственной Думе и Совету Федерации, тем самым в какой-то мере приближаясь к понятию парламентской республики, хотя у нас нет четко президентской или парламентской, у нас просто Республика Россия. Ну, об этом мы еще более подробно будем говорить на протяжении полутора часов. Вот сейчас вы говорили о здравоохранении, и давайте поговорим сейчас о вопросах безопасности сегодня. Я хочу добавить, что голосование проходит с соблюдением беспрецедентных санитарных норм, и мы о них неоднократно говорили. Ну что это? Это маски, это перчатки, обработка рук, это социальная дистанция и многое-многое другое. Ну и как сказала вот буквально недавно, в начале июня, глава ЦИК Элла Памфилова, голосование точно будет безопаснее, чем сходить в магазин.
Но о том, что все будет под контролем, написал в одной из своих социальных страниц и депутат Государственной Думы Борис Менделеевич, доктор медицинских наук и член Комитета по охране здоровья, с которым сейчас мы попытаемся связаться. Борис Давыдович, здравствуйте. Если вы нас слышите, доброго дня. Скажите, вы неоднократно подчеркивали, что участие в голосовании – дело абсолютно безопасное. Поясните эту ситуацию. Добрый день. Здравствуйте. По поводу голосования. Вы знаете, вообще вся эта история с пандемией, с эпидемией, которая происходит не только у нас в стране и во всем мире, она, конечно, заставляет нас жить в какой-то некой новой реальности. И то, как наша страна справляется с этой эпидемией, конечно же, говорит о том, что мы это умеем делать и мы это смогли. И, конечно же, вот эта ситуация как раз и показывает, что раз мы можем справиться с пандемией, а все статистические данные нам говорят о том, что эпидемия у нас идет на спад, у нас открываются различные производства, у нас страна возвращается к жизни. Так вот, все это говорит как раз о том и доказывает то, что и в том числе и с голосованием мы, конечно же, справимся совершенно безболезненно, и риск заражения людей во время голосования будет сведен, конечно же, к минимуму. Но вы не только общественно-политический деятель, но еще и врач. Как, на ваш взгляд, поправки, связанные со здравоохранением, повысят уровень нашей медицины? Пожалуйста. Да, вы знаете, на самом-то деле у нас в стране, начну немножко издалека, у нас в стране все граждане Российской Федерации равны между собой. Все граждане Российской Федерации, это уже было закреплено, это сейчас закреплено в нашей Конституции, имеют право на медицинскую помощь. Однако, и это, я думаю, подтвердят многие люди, человек, находящийся, скажем, в Москве, и человек, находящийся в каком-нибудь поселке, ну, скажем, на Камчатке, конечно же, получает медицинскую помощь совершенно по-разному. Это факт. Конечно же, доступность и качество медицинской помощи у разных людей в нашей стране, конечно же, разные. И вот эти поправки, которые как раз касаются качества и доступности медицинской помощи, как раз и будут обязывать как федеральные власти, так и региональные власти обеспечить человека медицинской помощью, качественной медицинской помощью, независимо, где бы он ни находился. Это наш гражданин. Это наш человек, и, естественно, он должен получить качественную медицинскую и своевременную помощь, независимо, находится он в Калининграде, находится он в Москве, находится он в Якутии, во Владивостоке, где угодно. Вот в любой точке нашей страны человек должен получить качественную, своевременную и доступную медицинскую помощь. И вот эта поправка говорит именно об этом. Эта поправка обязывает, которая поправка, она будет внесена в основной закон нашей страны. Она обязывает власти, как федеральные, так и региональные, обеспечить всех жителей нашей страны данной медицинской помощью. Ну, а многие эксперты говорят, что благодаря цифровизации голосование по поводу поправок станет одним из последних проходящих в офлайн. Расскажите о перспективах, пожалуйста, как будем действовать? Ну, вы знаете, конечно, жизнь идет к тому, что у нас все оцифровывается. Вот даже мы интервью теперь даем, да, через такие коммуникации онлайн. Да и вообще жизнь, и мы вообще уходим в интернет. Я думаю, что, конечно же, я согласен с теми экспертами, которые говорят о том, что мы идем к 100% электронному голосованию. Вы знаете, я как сторонник этого электронного голосования и вообще сторонник цифровизации. Однако вот с голосованием, мне кажется, надо быть очень осторожным. Потому что главное в голосовании – это то, чтобы потом, после голосования, после выборов, большинство людей признали эти выборы честными и прозрачными. И вот необходимо сделать так, что когда мы будем переходить на 100% или там, ну, практически 100% электронное голосование, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что это электронное голосование можно как-то подделать, можно как-то подтасовать итоги и так далее.
Вот главное в этом даже не сама технология голосования, а главное в то, чтобы это голосование было прозрачным и было принято всеми участниками этого процесса. Большое спасибо вам, Борис Давыдович. Доброго вам дня. До свидания. Я напоминаю, что с нами был депутат Госдумы Борис Менделеевич. И с Владимиром Ильичем, я думаю, что эту тему тоже обсудим. Тему электронного дистанционного голосования. Но на двух площадках это происходит, в Москве и Нижегородской области. Уже, насколько я знаю, более миллиона человек проголосовало. То есть отдача колоссальная. Вы видите в этой форме перспективы? Деваться некуда. Технологии информационные развиваются. Мы еще где-то лет, даже, наверное, 5 назад и не предполагали, что будет такая форма голосования электронная. С развитием цифровой техники, экономики, бесспорно, к этому будем двигаться. Но, на мой взгляд, все-таки у избирателя, у гражданина должен быть выбор. Или электронное, или пойти на участок и проголосовать. Я полагаю, что все-таки альтернатива будет, и по крайней мере, в ближайшие, может, 10-15 лет, дальше там уже я не могу загадывать, как пойдет процесс цифровизации. Поэтому вопрос, да, легитимности, чтобы не возникало. То есть защита персональных данных, защита результатов голосования до подсчета голосов должна быть бесспорно обеспечена, и граждане должны быть уверены, что никто не сможет поменять «да» на «нет». Или воздержался. Понятно. Еще один момент по медицине. Вот тут у меня все-таки не совсем я согласен с тем, что высказал наш коллега по Госдуме. Вы понимаете, вот поправка по медицине – это очень важный момент. То есть государство снова возвращается к государственной медицине. К обязанности, обязанности обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь. Мы как-то определенный период времени увлеклись частной медициной, смотря на Запад, вот там все решают. А пандемия показала, частная медицина не может справиться с массовым вот таким заболеванием населения. У нее прибыль в основе лежит. А вот государственная медицина, что, к счастью, у нас в Российской Федерации все-таки осталось еще, и сохранилась качественная медицина, но проблема была с койко-местами, да? Но, тем не менее, мы справились быстрее, и результаты по смертности говорят, что у нас в рамках 1,2%, у нас в Тюменской области вообще 0,4%. Поэтому здесь не суть Камчатка, Москва, а суть в том, чтобы в любой точке страны гражданин России имел право, имел возможность воспользоваться государственной качественной медицинской помощью. Продолжим обсуждение буквально через несколько минут. Владимир Ильич, еще раз напомню, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации проводится с 25 июня по 1 июля, сегодня последний день. А как мы уже сказали, сегодня предложено 206 поправок, о некоторых связанных в том числе с расширением полномочий узнаем прямо сейчас. Конституция Российской Федерации в правовом пространстве России имеет приоритет над международным законодательством, международными договорами и решениями международных органов. Вводится прямое указание, что Конституционный суд в порядке, установленном законом, решает, какие постановления международных судов исполнять, а какие нет. Уточняются полномочия прокуратуры в сфере уголовного преследования, надзора за соблюдением Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Подробнее узнать о поправках можно на сайте Конституция2020.рф. Наш телемарафон, друзья, продолжается. Ну а далее немного прервемся и посмотрим, какие административно-территориальные процессы происходили на территории современной Большой Тюменской области. Все подробности этой истории, истории преобразования успешного развития в материале Натальи Жуковой. Тюменская область, Югра и Ямал – три субъекта Российской Федерации, связанные друг с другом не один год. Если копнуть вглубь истории, то и вовсе выяснится, что их связывают десятилетия. И зародилась знаменитая своей эффективностью тюменская матрешка тогда, когда о ее успешном будущем еще никто не догадывался. 10 декабря этого года наши автономные округа отметят 90-летие со дня образования. Как все это получилось?
Дело в том, что в 1923 году, в конце, в ноябре месяце, губернии и уезды упразднили, ликвидировали, попросту говоря. Провели новую административную реформу, были образованы края, области, а в областях округа. Тобольский округ огромный, и в Тобольский округ вошла территория севера. Его так и называли Тобольский север. А вот 10 декабря 1930 года были образованы два округа. По-старому Остяково-Гульский, ныне сейчас Ханты-Мансийский, национальный округ, и Ямало-Ненецкий национальный округ. Впервые, в отличие от царской России, было признано право малочисленных народностей севера на управление, а также экономическое и культурное развитие. Несмотря на некоторые территориальные преобразования внутри страны, округа сохранились. Мы прошли новое испытание, испытание властью. Это 12 декабря 1993 года, когда была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации. И когда наши автономные округа стали самостоятельными, независимыми субъектами федерации, но в составе Тюменской области. А статья 66 действующей Конституции регулирует вот эти отношения. Каждый субъект имеет собственные представительные органы власти. И один общий – это Тюменская областная дума, где представлены народные избранники от каждого. Есть еще одна любопытная особенность Тюменской матрешки. Это единственный субъект нашей страны, который полностью занимает российский меридиан. Поскольку одним своим краем область упирается в южную государственную границу, а другим – северную. При этом наш регион не стремится выделяться на фоне других, а просто каждый день вносит свой вклад в развитие российского государства. Уникальность нашего образования такова, что это прообраз союзного государства, который не получился в августе 91 года. Ведь, в общем-то, это содружество, это общее экономическое развитие, это общие судьбы. И вот наш субъект, дай бог ему процветание, он просто образец. Образец вот такой дружбы и сотрудничества. Голосование по поправкам в Конституцию продолжается на протяжении всего нашего телемарафона. Нам поступает срочная информация, которую мне приносят наши доблестные продюсеры. Итак, сейчас, друзья, самыми первыми узнаем о работе наблюдателей. Об этом сегодня рассказал председатель общественной палаты нашего региона Тюменской области Геннадий Чеботарев. Внимание на экран. Вот и наступил решающий момент, когда основной день голосования сегодня приведет вас на участки. За прошедшее время каких-либо серьезных нарушений наши общественные наблюдатели не выявили. Я надеюсь, что и сегодня все пройдет штатно, законно, гласно, публично и безопасно. Мы голосуем за поправки и не только за конкретные нормы нашей Конституции. Мы голосуем за вектор развития нашей страны. Вектор, в котором должна быть современная, качественная медицина, хорошее образование. Когда государство всячески поддерживает семьи, занимается детским воспитанием. И, конечно же, уже во время вот коронавирусной инфекции эти поправки начали работать. Ведь замечательная инициатива президента, которую он недавно озвучил, повысить подоходный налог с тех, кто зарабатывает более 15 миллионов рублей в год, а эти вырученные, полученные средства, зачисленные в бюджет, целевым образом потратить на помощь больным детям, нуждающимся в лечении, нуждающимся в сложных операциях. А эта сумма немалая, дополнительно 80 миллиардов рублей на детское здоровье. А в нашей области губернатор Тюменской области выплачивает вот уже второй месяц денежные надбавки тем, кто старше 65 лет, а также отягощен различными хроническими заболеваниями. Это все как раз свидетельствует о том, что поправки уже начали работать, и что эти поправки действительно дополнительно создают гарантии для повышения качества жизни.
В этих поправках, конечно же, мы видим стремление сделать Россию мощной, процветающей, развивающейся, чтобы сохранялся и укреплялся государственный суверенитет, чтобы не чуждалась территория ни при каких обстоятельствах, чтобы развивался наш русский язык, языки национальные. Это все очень важно, и поэтому, ну, трудно, наверное, понять тех, кто не хотел бы принять участие в голосовании. Я думаю, что равнодушных не должно быть. Нужно прийти сегодня на участки и отдать свой голос. Ну а сейчас, друзья, нам поступают последние данные из облизбиркома. Вот только сейчас мне принесли информацию. Итак, по состоянию на 10 часов утра в голосовании по поправкам в Конституции Российской Федерации приняли участие 676 человек. Я не оговорился. 676 человек. Ну, естественно, это жители нашей Тюменской области. Об этом сообщил председатель областного облизбиркома Игорь Халин. И цифра, ну, очень неплохая. Это сейчас почти 60% от общего количества голосующих. Владимир Ильич, ну вот сейчас вот мы сюжет посмотрели вместе с вами. Там общее развитие, общие судьбы. Давайте вот буквально на минутку, потом уже продолжим, окунемся в события 27-летней давности. Тогда вы участвовали в разработке этой конституции, по которой мы еще живем. Времена, конечно, совершенно были другими, трэшевые, да, как говорит молодежь. Там серьезные противоречия были между президентом и Верховным Советом, то есть между законодательной и исполнительной властью. Были противоречия, связанные с тем, как будет в конституции закреплено социальная гарантия государства. Будет нет государства социальным. Федеративное устройство переиначивалось. А для нас, для представителей Тюменской области, было очень важно, чтобы реально нас могли разделить с округами автономными. И Югрой, и Ямалом. То есть вот был бы юг области. Угу. Поэтому полтора месяца конституционное совещание, не приняв предложение президента Ельцина, село за доработку, разработку вот этого проекта Конституции, беря проект Верховного Совета и президента. Поэтому то, что получилось, это было в условиях серьезных противоречий. Угу. Ну, но удалось вам решить бесконфликтно практически. Честь вам и хвала вам и вашим коллегам. Сейчас мы, наверное, будем переходить от Большой Тюменской области вообще на территории всей Российской Федерации. Численность избирателей на территории нашей страны более 108 миллионов человек, ну а за пределами проживает 1 900 000. За неделю, что идет голосование, на участке пришло около 50 миллионов человек. Мы уже об этом говорили. Давайте сейчас, друзья, посмотрим, как все это проходит в некоторых регионах России. Тюмень, привет из Оренбурга. У нас всю неделю была вот такая погода, как сегодня. То есть и пекла нет, но и дождя тоже нет. Поэтому пройтись, прогуляться до избирательного участка – одно удовольствие. Одномоментно не было много людей на участке, что важно, поскольку несколько дней шло голосование. Приходишь, дают маску, меряют температуру, кстати говоря, обрабатывают руки антисептиком, поэтому проголосовал и стал чище сразу. Сейчас я как раз выхожу со своего избирательного участка, выхожу из другой двери, нежели та, в которую я входил. Это специально сделано для разделения потоков входящих и выходящих людей. Вы видите разметку на плитке для соблюдения дистанции. Проголосовали мы по поправкам в Конституцию. На входе нам выдавали вот такой вот индивидуальный пакет, в котором маска, пара перчаток, одноразовая ручка и дезинфицирующая салфетка. Хорошего настроения и такой же хорошей погоды, как у нас. Только что проголосовала на избирательном участке номер 33 города Элистан. В целом ситуация спокойная. Все потихоньку подходят, голосуют. И волонтеры верно отрабатывают свои функции. На входе измеряют температуру, выдают средства защиты. Также присутствуют сотрудники полиции, которые дежурят на участках.
А сейчас мы приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. На телеканале «Тюменское время» продолжается телемарафон «Конституция-2020». Сегодня мы рассказываем, как проходит финальный Всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию. И мы продолжаем обсуждение. Сейчас к нам присоединяется другой гость. Это известный политолог Александр Безделов, которого мы приветствуем. Александр, здравствуйте. Добрый день. Ну, с праздником прежде всего. Вас также. Поздравляю вас со всеобщим днем голосования. Проголосовали? Да, конечно. Безусловно, выполнил свой гражданский долг. Во многих публикациях, я когда готовился к эфиру, читал и наводил справки, мотал на ус, что называется, вы назвали Конституцию живым организмом. Вот в чем эта живность Конституции, живость ее? Вот расскажите. Вы знаете, Конституция, как и государство, живой организм, то есть меняется страна, меняются потребности людей, меняется жизнь в этой стране, и, соответственно, меняется Конституция, в которой когда-то были закреплены особые положения, которые когда-то были закреплены положения, регулирующие деятельность либо граждан, либо органов власти, говорящие о структуре в этом государстве. И вот в 93-м году, когда принималась Конституция... Вот сейчас мы об этом говорили с Владимиром Ильичем. Совершенно верно. Я, к сожалению, не слышал, но примерно представляю, поскольку мы сходимся в этом мнении. В 93-м году жизнь в стране была одна. Да, то есть у людей было одно представление о том, каким образом должно функционировать государство, каким образом должны распределяться полномочия между органами власти, какие именно эти органы власти должны быть, то сейчас ситуация изменилась по течении 30 лет. Появился опыт управления страной, появились потребности определенные у граждан, насущные потребности, появились определенные цели, в том числе и внешние геополитические цели у государства и так далее и тому подобное. Соответственно, под эти потребности государства, под эти потребности граждан и должна подстраиваться новая Конституция. Ну, еще, что называется, нарастили мускулы о безопасности в поправках. Да. Поговорим несколько позже, буквально через несколько минут. Я хочу добавить, друзья, что вообще к основному дню голосования в Тюмени и Тюменском районе установлено 114 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Ну, а в самом областном центре объективный контроль на участках для голосования обеспечивают 286 камер видеонаблюдения. Число тех, кто может принимать участие в голосовании в нашем регионе, составляет более 1 113 000 человек. Из них свыше 19 тысяч находится в Галышмановском городском округе. Как все проходит в одной из аграрных житниц, мы узнаем прямо сейчас. На связи со студией наш коллега Влад Удилов. Влад, здравствуйте. Вам слово, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Иван. С 25 июня в Галышмановском городском округе к работе приступили 26 участковых избирательных комиссий. Ежедневно они работают по 12 часов. Местный избирком отмечает высокую активность граждан на общероссийском голосовании. За 6 дней мнения по предлагаемым Конституции поправкам выразили порядка 60% граждан, внесенных в списки голосующих. Мы следили за ходом голосования, работали на участках, выезжали с комиссиями к желающим проголосовать дома. Весь процесс проходит абсолютно прозрачно, с соблюдением всех норм безопасности. Предлагаю посмотреть, как в нашем округе проходило общероссийское голосование. В идеальном порядке, потому что скученности никакой нет, значит, приходят люди, самое большое вот у нас так, 3 человека, когда вместе, значит, они соблюдают дистанцию, значит, так, тут никаких претензий. Помогают в проведении общероссийского голосования и волонтеры Конституции. Они встречают голосующих, а еще следят за своевременной дезинфекцией помещения. Люди все относятся с пониманием, то есть все соблюдают правила и нормы. Также помимо выдачи средств индивидуальной защиты, я занимаюсь обработкой помещения. То есть всеми разными дезинфицирующими средствами мы обрабатываем столы, дверные ручки и так далее. С гражданами 65+, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, члены комиссии работают индивидуально, согласуют время и дату для голосования и прибывают по месту жительства. Как правило, на улице нас встречают уже народ, и мы стараемся соблюдать дистанцию, обрабатываем им руки, выдаем индивидуальные пакеты, в которых средства защиты, это маски, перчатки, одноразовая ручка, также шоколад им для поддержания духа, так сказать, в такой сложный период. И выдаем бюллетень, заполняем заявление, и все, человек голосует, опускает в урну свой бюллетень. Наибольшую активность в первые дни кампании отмечали и в помещениях для голосования. Первый, второй день очень хорошо шли люди. Ну, третий день, видимо,
у всех свои дела, это был выходной день, поэтому как-то так вот тянулись. Но это очень, вот, ну, в данной ситуации с этим коронавирусом и совсем очень хорошо, что придумали вот эту вот, растянули на неделю. Скученности практически нет, но явка очень хорошая. Голосование продолжается. Участковые избирательные комиссии сегодня также будут работать до 20 часов, после чего начнется подсчет голосов жителей городского округа. Несмотря на то, что многие выразили свое мнение по предлагаемым поправкам заранее, сегодня граждане также активны, но при этом скученности на участках не наблюдается. Иван. Большое спасибо, Влад. Удачи вам сегодня и хорошего настроения. Я добавлю, что на протяжении всего нашего эфира мы узнаем свежую информацию о голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. И вот сейчас буквально самые свежайшие данные от председателя Тюменского облизбиркома Игоря Халина. Внимание на экран. Добрый день, уважаемые наши земляки. Вчера в Тюменской области закончилось досрочное голосование, или как оно у нас называется, голосование до дня голосования. Как обычно, активно осуществляли наблюдение на участках для голосования представители общественности. 3147 общественных наблюдателей контролировали законность проводимого голосования. 51 представитель средств массовой информации освещал это важное событие у нас в Тюменской области. Вчера закончилось голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Это действительно достаточно непростой период и очень много организационных вопросов, которые в конце концов были решены, и это позволило нашим жителям более чем 3056 участников голосования приняли участие в голосовании на 42 участках. Общая явка по итогам 6 дней составила 655 071 человек. Это 58,23%. Сегодня за 2 часа явка еще подросла, и на 10 часов дня она составила 676 676 участников голосования. Это почти 60%. 59,98. Как я и говорил вам раньше, сегодня в областном центре работает 114 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Наши земляки, жители областного центра, могут, имеют такую возможность, использовать умные ящики для голосования, умные урны. 286 камер видеонаблюдения осуществляют объективный контроль. Как я говорил, на вчерашний день у нас было 6 обращений и заявлений в избирательной комиссии Тюменской области. Все они разрешены. На сегодняшний день каких-то сообщений о правонарушениях, о нарушениях действующего порядка проведения общероссийского голосования в избирательной комиссии области не поступало. Следующая явка у нас будет на 12 часов дня. Сегодня, 1 июля 2020 года, очень важный и ответственный день и для Тюменской области, и для Российской Федерации в целом. Я приглашаю вас на участки для голосования. Еще есть возможность выразить свою волю, еще есть возможность выразить свое отношение к поправкам в основной закон нашего государства, в Конституцию России. Но, как вы уже поняли, друзья, у нас последние свежие данные будут буквально через 1 час 12 минут, может быть, чуть-чуть попозже. Но, тем не менее, сама по себе явка, ну, она не то что ошеломляет. На самом деле, это очень-очень большой и хороший показатель. И хочется порадоваться за такую вот активную жизненную позицию наших земляков. Ну вот Александру первый вопрос я задам. Саш, пока вас не было, мы здесь уже обсуждали, в том числе и с Владимиром Ильичем, тему электронного дистанционного голосования. Вот ваш коллега, политолог Дмитрий Гусев, который у нас был в вечернем хэштеге в прямом эфире, он из Москвы, когда был, он очень-очень высоко оценил весь этот расклад и сказал, что буквально через 5 лет электронное голосование будет внедрено повсеместно. А как вы считаете, технологии на самом деле так близко уже и придут, что, ну, традиционного ничего не останется?
Нет, безусловно, какая-то часть традиционного голосования останется, но здесь я соглашусь с коллегой. Дело в том, что современная цифровизация, современные технологии развиваются такими темпами, что мы сейчас можем обеспечить безопасность подобного рода голосования практически полную. То есть технологии подразумевают полную уникальность вашего голоса, да, технологии подразумевают полную безопасность и невозможность хакерской атаки на вот эти вот на этот процесс, да, то есть на сервера, которые связаны с этим. Здесь заложен очень важный момент, да, то есть сейчас проникновение интернета составляет практически 100%, то есть все возраста уже практически имеет возможность включаться, работать в интернете. У каждого практически есть либо смартфон, либо планшеты, либо компьютеры. И, соответственно, это голосование позволяет человеку в любом месте, любого возраста, любого социального статуса, любой профессии принять участие в этом голосовании. Да? Это, во-первых. Во-вторых, мы также видим, что мир идет, и не только наша страна, к тому, что информационные технологии развиваются бешеными, на самом деле, темпами. Сейчас дистанционно можно подать заявление практически в любой орган власти и совершить выдачу любого документа практически. Да? Поэтому здесь это вот полностью укладывается в ту модель цифровизации, по которой идет наша страна, когда каждый шаг гражданина во взаимодействии с органами государственной власти может осуществляться через интернет. Ваш ответ понятен. О цифровой безопасности эта тема тоже отражена в поправках в Конституции. Мы поговорим несколько позже. Я добавлю, что все это время в Тюмени работала горячая линия на протяжении недели штаба по наблюдению за проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Ну, профессиональные юристы отвечали на вопросы горожан. Сегодня вечером она, естественно, завершит свою работу. О том, что больше всего беспокоит наших земляков, мы узнаем сейчас в прямом эфире у его руководителя, старшего преподавателя кафедры конституционного и муниципального права Института государства и права ТюмГУ Людмилы Рогозиной, которую мы сейчас приветствуем. Людмила Юрьевна, добрый день. Скажите, с какими вопросами чаще всего обращаются на горячую линию штаба жители Тюмени и нашей области? Пожалуйста. На горячую линию штаба граждане, проживающие в Тюменской области и не только в Тюменской области, к нам поступали звонки и от жителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры, и из Курганской области люди дозванивались. Граждане звонят с вопросом о месте нахождения участка для голосования, уточняют время работы комиссии для голосования и, конечно же, задают вопросы об обеспечении средств безопасности на местах для голосования и уточняют, каким образом граждане могут принять участие в голосовании вне помещения для голосования, то есть на дому. А по вашему мнению, с чем связаны все эти вопросы? Расскажите. Вопросы по поводу обеспечения безопасности сейчас очевидны, поскольку мы прекрасно понимаем, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен в настоящее время до 5 июля. И поскольку борьба с коронавирусной инфекцией в нашей стране продолжается, конечно же, все граждане обеспокоены тем, смогут ли они подхватить опасный вирус в тот момент, когда они придут проголосовать. Но надо сказать о том, что были приняты беспрецедентные меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, их здоровье на участках для голосования. Каждому гражданину выдаются средства индивидуальной защиты: маска, перчатки, одноразовая ручка. На входе на участки для голосования находится коврик, где можно вытереть обувь. Вплотную к членам комиссии ни один гражданин не подходит. Опять же, кабины для голосования устроены таким образом, чтобы соблюдать социальную дистанцию между гражданами, которые одновременно пришли на участок для голосования, чтобы принять участие в голосовании по правкам. Людмила Юрьевна, скажите, а как вы считаете, какая ваша основная миссия и чем помогает штаб населению?
Спасибо за вопрос. Миссия наша, с одной стороны, высокая и глобальная, а с другой стороны, обыденная. Высокая и глобальная она потому, что мы стремимся оказать всецело содействие для того, чтобы максимальное число граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тюменской области или временно находящихся на территории Тюменской области, смогли принять участие в общероссийском голосовании. Ну и мы надеемся и мы рассчитываем на то, что я называла вам наиболее часто задаваемые вопросы, так скажем. Но, опять же, звучат и вопросы о тексте норм предлагаемых поправок в Конституцию. И с правовой точки зрения мы стараемся дать такие консультации для наших граждан и объяснить, в чем же механизм участия в голосовании о поправках в Конституцию, ну и о содержании отдельных норм конституционных поправок. Вопросы также звучали. Но спустя неделю уже можно подвести некие промежуточные итоги. Скажите, каких вопросов было больше всего по поправкам и есть ли какая-то тенденция, намечается ли она? Конечно, мы уже можем определить основную тенденцию, и в первую очередь граждан интересует судьба самих граждан. И наибольшее число вопросов задают по содержанию изменений статьи 75 Конституции, связанной с гарантиями социальной поддержки, которые будут ежегодно редактироваться и предлагаться в помощь гражданам. Эти вопросы в первую очередь интересуют наших граждан. Ну, вот еще интересный вопрос задам. А вообще граждане тюменцы знают основной закон страны? Что скажете? Нам очень радостно, что тюменцы неравнодушны, что тюменцы задают вопросы о тексте Конституции, что наших соотечественников интересует наша дальнейшая будущая судьба. И если эти вопросы будут звучать и далее, соответственно, мы и далее готовы на них отвечать, но пусть не в рамках уже работы горячей линии штаба общественной палаты, но на каких-то других площадках. Но можно констатировать, что, конечно, тюменцы – основной закон государства, знают и задумываются о сути и о содержании конституционных норм. Это очень радует. Спасибо вам большое. До свидания. Благодарю вас за обращение. Далее, я думаю, мы продолжим разговор в рамках нашего телерадиомарафона с нашими именитыми гостями. Вот, Владимир Ильич, вам вопрос задам по поводу Конституции, поправок, которые я читал. Очень много есть отражено относительно нашей внешней политики. Много поправок, о которых мы сейчас, Бог даст времени, поговорим. Все-таки, наверное, какая-то угроза над Россией нависает, если... Их прям несколько. Вот расскажите об этом. Ну, мы должны понимать, что в мире конкуренции, конкуренция в экономике, конкуренция в политике, каждая страна заботится о том, чтобы занять лидирующее положение в этой конкуренции. И это мы видим на примере США особенно ярко, причем в течение достаточно длительного времени. Если до 1991 года Советский Союз, так сказать, паритет выдерживался в отношениях с США и в военном отношении, в какой-то части и в экономике, то после 1991 года, особенно в 90-е годы, мы весьма много сделали уступок и США, и западному миру. Более того, вот я помню, по ходу конституционного совещания высказывалось мнение, что мы должны вообще конституцию в американском варианте принять, вот такую из небольшого числа статей, а все остальное должен человек сам о себе заботиться, думать, решать. Но вы поймите, это поколение вышло из патроната государства, когда государство
гарантировала и медицину, и образование, и трудовую деятельность. И вдруг все сами решаете. Естественно, это людей в какой-то степени надломило. Поэтому и партнеры-то наши, как мы сейчас называем, они подумали, что все, Россия слаба. Россия, как сказал, по-моему, один из предыдущих президентов США, что Россия ушла с политической арены. Младший брат. Не младший брат, а ушла с политической арены и сейчас должна делать то, что мы им скажем. Но, слава богу, в 2000-е годы, особенно 2000, начиная с 2010 года, Россия серьезно нарастила военный потенциал, поднимается экономика не так, как хотелось бы, потому что довольно много мы во многом зависим в экономике, особенно в средствах производства, от Европы, от США, и от Азии, от Китая. Это наша дальнейшая задача – выйти из этой зависимости, потому что только санкции начинают применяться финансово, экономически, политически, тут же нас начинает, так сказать, потряхивать. Но благо, что у нас есть союзники, причем союзники достаточно серьезные, тот же Китай, ряд других стран, ну, менее, конечно, мощных, но тем не менее нам есть на кого опираться. И потом ведь мир убеждает, что Россия ничто не хочет завоевывать. Россия не стремится ни Латвию, ни Эстонию, ни Украину прибрать. То, что Крым вернулся, нас этим упрекают, но это наша территория была, исконно российская территория была, поэтому временно, да, была передана Украине. Обратно вернулась. Владимир Ильич, продолжим обсуждение несколько позже. Сейчас поговорим о хороших амбициях молодежи и о наших молодых избирателях. Тюменская школьница стала финалистом конкурса «Если бы я стал президентом». Впрочем, Оля Глухова не просто написала эссе, у нее планы стать первой женщиной-президентом. С будущим политиком познакомилась наша съемочная группа. Давайте посмотрим. Это вот Виолетта вот у меня была, как сейчас помню. Вот также ее звали маленькая фея. Вот это вот было у меня 7 гномов, но они куда-то убежали. Куклы и пони все чаще скучают на полках. Играть Оле теперь некогда. Она решила стать президентом, а это уже совсем не игрушки. Политикой Оля увлеклась совсем не по-детски. Это ее рабочий кабинет, над столом портрет президента. Это для меня объект подражания. В свои 15 Оля думает не о дискотеках и сериалах, а о будущем страны. Юному политику кажется все по зубам. Сейчас она предлагает открыть в школах кабинеты стоматолога. Учителя говорят, что это очень хорошая идея. И здоровье превыше всего. Здоровье нашей нации превыше всего. Свой первый шаг в политику Оля сделала в 7 классе. Стала членом молодежной палаты. Теперь поднимается по карьерной лестнице. Раз в месяц Оля ходит в областную думу на заседание и уже чувствует, она точно на своем месте. Очень удобно. Предлагаю вам тоже сесть. Можно облокотиться, но это я в основном так не делаю, потому что вот всегда сижу сосредоточенная, вот так вот. Когда Ольга проходила у нас отборочный этап, мы тоже долго думали, брать ли такую молодую девушку в общественную молодежную палату. И вот эта напористость, с одной стороны, с другой стороны, терпение, и, вы знаете, все-таки вера в себя. Несмотря на то, что она молоденькая, хрупкая, но есть у нее вот этот стержень, который, я надеюсь, что ей поможет в жизни, и она много успехов достигнет. Недавно Оля написала эссе, где нужно было представить себя на месте президента. У тюменской школьницы получилась почти политическая программа. На всероссийском конкурсе работу признали одной из лучших в стране. Мама воспитывала одна. Так, в свидетельстве о моем рождении в графе «Отец» стоит прочерк. Вся нагрузка по моему воспитанию, в том числе и финансовая, легла на ее хрупкие плечи. Таких матерей-одиночек, как моя мама, в России около 30%. Которые нуждаются в поддержке государства. Я предлагаю на законодательном уровне внести определение «мать-одиночка». Кстати, скоро Оля сделает еще шаг навстречу мечте – отправиться в Петербург. Там не только представит свою работу, но и познакомится с представителями администрации президента.
Ну, вот такие вот, друзья, хорошие амбиции. Напоминаю, что наш телемарафон «Конституция-2020» продолжается, и мы продолжаем общаться с нашими именитыми гостями. Александр, давайте вам сейчас вопрос задам. Вот в статье 67 о суверенитете и защите территориальной целостности Российской Федерации появляется такой термин, какой-то заковыристый, федеральные территории. Поясните, что это значит? Это принципиально новый термин для нашей страны, но тем не менее он есть в других конституциях, в других государствах. Если мы возьмем, к примеру, например, Соединенные Штаты Америки, да, то там таких федеральных территорий 14 штук. Самое известное из них – это федеральный округ Колумбия, да, где располагается штат, где располагается столица государства Вашингтон. В чем смысл? Федеральными территориями называются территории, располагающиеся в стране, которые находятся под управлением федеральных органов власти в силу их особой важности для суверенитета, для национальной безопасности страны. Это может относиться и к закрытым административно-территориальным образованиям, закрытым городам, так называемым, где находится стратегическое производство, военно-промышленное. Как раньше был Челябинск, 40, да, вот эти вот. Да-да-да, то есть эти города, где находится стратегическое важное, стратегически важное оборонное производство, где особо серьезные отношения государственной тайне, например, там, да. Второй момент – это территории, которые требуют особого внимания со стороны государства в части охраны. Либо это природные памятники, либо это территории, где охраняется там животный мир и так далее. Например, в нашей стране о таких территориях можно говорить как об озере Байкал, например, да, который является всероссийским достоянием, да, и региональные власти могут уделять этому не так много внимания, бюджеты не позволяют развивать эту территорию, да, соответствующим образом подходить к осуществлению охраны. Или, например, такой стратегически важный мегарегион, да, как Арктика. Вот да. Я хотел сказать, да. Да, да, безусловно. Арктика, которая, с одной стороны, является и пограничьем, с другой стороны, является источником огромного количества ресурсов и имеет стратегическое значение как оборонные территории. Александр, спасибо, ваш ответ понятен. Несколько позже продолжим наше обсуждение. Я добавлю, друзья, что прежде чем Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по предложенным поправкам в Конституцию, законопроект, а затем, ну, уже и закон были приняты Госдумой, Советом Федерации, затем поправки были одобрены парламентами субъектов Федерации. Ну и вот 12 марта за внесение поправок проголосовали также и депутаты регионального парламента. Но сейчас мне подсказывают, у нас на прямой связи председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, которого мы приветствуем. Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Сергей Евгеньевич. Здравствуйте. Добрый день. Хорошо, что связь появилась. Скажите, насколько поправки в Конституцию России смогут изменить жизнь жителей нашей Тюменской области? Насколько нужны своевременные поправки, носящие именно социальный характер? Сказать, что Конституция – это основной, главный закон для страны, для всех ее жителей, в том числе и жителей Тюменской области. Вот. Более того, Конституция не просто провозглашает какие-то ценности, а является законом прямого действия, поэтому те поправки, которые будут внесены, они практически будут сопровождать человека как дорожная карта всю жизнь, от рождения до преклонного возраста. Вы знаете, что в Конституции прописаны вопросы, связанные с защитой семьи, материнства и детства. Там есть поправки, которые говорят о том, что заработная плата не может быть меньше прожиточного минимума. Прописаны нормы, связанные с регулированием, вернее, с индексированием пенсии и так далее. То есть я не сомневаюсь нисколько, что качество жизни населения Тюменской области, так же, как качество жизни всего населения, значительно улучшится с принятием этих поправок. Ну, давайте поговорим о других поправках. Одна из них – запрет на иностранное гражданство, иностранные счета для высших должностных лиц. Актуальная поправка, на ваш взгляд? –
Я считаю, что поправка эта очень актуальна. Я даже сожалею, что ее не было в ныне действующей Конституции. Эти требования к лицам, занимающим государственные должности, я полагаю, что позволят, когда поправка вступит в силу, позволят, во-первых, лишить запасных аэродромов тех, кто работает с оглядкой на будущее жить где-то за рубежом. Во-вторых, эти поправки исключат влияние представителей зарубежных государств, поскольку наши интересы и зарубежных государств далеко не всегда совпадают. Я считаю, что эта поправка нужна. Более того, мы были сами свидетелями, когда многие из высшего руководства, будем так говорить, нашей страны представители уезжали за рубеж и потом оттуда поливали грязью нашу страну. Если бы эти поправки были раньше в Конституции, то этого бы не произошло. А в случае поддержки поправок у парламента появятся новые полномочия, в частности, допустим, утверждать председателя правительства, его заместителей, министров несилового блока. Это огромная ответственность, наверное, да? Ну, я считаю, что действительно это не только расширит полномочия, но и повысит ответственность российского парламента, по крайней мере, за работу правительства, за подбор кадров руководящих, их расстановку. Если раньше за проколы со стороны правительства отвечал в большей степени президент и председатель правительства, то здесь ответственность парламенту придется с ними делить. А насколько своевременно вообще голосование за поправки именно сейчас? Расскажите об этом. Я считаю, что как раз назрел момент, когда поправки эти надо было уже вносить в Конституцию. Я хорошо помню, в каких условиях принималась действующая ныне Конституция. Страна была в очень сложном политическом, экономическом, социальном плане. За этот период, за эти годы, которые прошли после принятия Конституции, ситуация в стране радикально изменилась. И эти поправки должны учитывать те реалии, которые сложились на данный момент в нашей стране, в нашем государстве. В условиях коронавирусной пандемии депутаты Тюменской областной думы приняли ряд законов, направленных на поддержку семей с детьми. Расскажите, что это за законы, поподробнее. Пожалуйста. Мы действительно приняли ряд поправок, направленных на социальную защиту семей с детьми. В частности, в свое время мы определили ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Размер выплат составляет половину прожиточного минимума. По нашему региону это 5816 рублей. Кажется, не так большие деньги, но в целом из бюджета в этом году на эти цели будет выделено более 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, мы увеличили до 100 тысяч материнский капитал, региональный материнский капитал для третьего и последующих детей. Более того, ввели материнский капитал 150 тысяч рублей на первого ребенка. Вот. Кроме этих льгот или этой социальной защиты, мы прибегали или принимали законы, направленные на социальную защиту и других категорий населения. В целом, на 1 мая этого года на эти цели у нас было выделено из бюджета 3 миллиарда 240 миллионов рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Большое вам спасибо, Сергей Евгеньевич, за это интервью. Вам спасибо. Напомню, на прямой связи у нас был председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. Телемарафон «Конституция-2020» продолжается. Президент Владимир Путин объявил, что поправки Конституции нацелены на создание множества точек опор для политической системы. По его мнению, изменения должны дать гарантии самосохранения. Объясняя идею изменить Конституцию, Путин заявил, что политическая система должна опираться не на одного главу государства, а на множество точек. Ну, процитируем. «Мне не хочется думать, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна иметь определенные внутренние гарантии самосохранения. Нам всем нужно думать о том, чтобы эта система была устойчивой как внутренним, так и внешним шоком», сказал президент нашей страны. Мы продолжаем обсуждение в рамках нашего телемарафона, продолжаем обсуждать поправки Конституции с нашими глубоко уважаемыми гостями. Вот по поводу цитаты президента, вот эти вот шоки. Вообще само понятие шок – это что-то нечто болевое, да? Да. Но вот как вы думаете, все-таки вот эта вот боль, когда поправки будут приняты, она как-то поменьше будет, нивелируется?
В данном случае речь идет о том, что в процесс формирования исполнительной власти заходит Государственная Дума, причем там жесткая формулировка, если Госдума утверждает председателя правительства, его заместителей федеральных министров, президент обязан назначить. То же самое Совет Федерации согласует руководитель силового блока. В данном случае президент, по-моему, говорит о том, что а внутренне, тогда, когда есть попытки раскачать определенную часть граждан России, которые начинают критиковать и по поводу, и без повода, причем дестабилизируя ситуацию, причем выводя, пытаясь вывести людей на улицу, пытаясь вот то, что мы сегодня в США видим в странах Европы, в частности Англия, Франция, но нам это не надо. Мы должны все проблемные вопросы решать диалогом с обществом, а не так, как вот идет, что определенная часть населения пытается диктовать силовым методом, причем это часто переходит уже в преступную деятельность. И посему я думаю, что президент, предвидя какие-то такие вот ситуации, он как раз и говорит о том, что не надо раскачивать лодку, необходима стабильность в отношениях общества и государства, в отношениях населения и власти. К Александру вопрос. То есть получается, Александр, я правильно понял, что президент не зацикливает все на себя, а он перераспределяет полномочия, чтобы была известна какая-то некая полнота картины, да? Да, безусловно. Для того, чтобы государство эффективно работало, для того, чтобы не подверглась, как сказал президент, шокам, необходимо создать определенную систему сдержек и противовесов в государстве среди тех органов власти, которые существуют. Все мы помним, наверняка и вы, и коллега помнят те деструктивные, да, моменты из жизни 90-х. Да? Расстрел парламента в 93-м году, объявление импичмента в 98-м году президенту. Попытка, да. Лихорадило конкретно. Да, то есть проблема, практически парламентский кризис, связанный с тем, что генеральный прокурор, не могли в отставку отправить генерального прокурора Скуратова в 99-м году и так далее и тому подобного. Теперь, благодаря поправкам в Конституцию, такие ситуации, такие коллизии, которые приводят к конфликтам между уровнями, между ветвями власти, они исчерпываются, они исключаются. И поэтому здесь государство работает более стабильно. Такие, скажем так, шокирующие ситуации для системы власти, они исключены, и, соответственно, это не приводит к кризисам ни парламентским, ни правительственным, и, соответственно, кризисам в экономике, которые исходят из этого. Владимир Ильич, поправка, которая касается расширения полномочия Конституционного суда над международными, скажем так, договорами, правом. Там немножко не так. Там идет речь о том, что Конституционный суд рассматривает еще не принятые федеральные законы или федеральные конституционные законы, давая заключение о соответствии их Конституции. Это для того, чтобы не было попыток принять федеральный конституционный закон, который противоречит Конституции. Потом Конституционный суд длительное время рассматривает, закон действует, и пошло-поехало. А вот вы правильно и в той части, что заключение по международным договорам. Почему? Потому что тоже мы же положение закрепляем сейчас, что международные договоры должны соответствовать Конституции Российской Федерации. Это бесспорно. Поэтому для того, чтобы договор заключили, потом начинаем обратно возвращаться, что ой, он же противоречит Конституции, Конституционный суд дает постановление или там определение. И опять вот это будет так, правовая неопределенность возникает. И вот для этого, конечно, Конституционный суд должен выполнять не только судебную вот такую функцию, но и превентивную функцию, предупреждающую нарушение конституционных норм или договоров международными, или федеральным законодательством. Александр, немного нам остается работать в эфире. Давайте быстро обсудим поправку относительно исторической памяти. Насколько это актуально, и на самом деле мы все уже начинаем немного забывать. Да, безусловно, это очень важно для нашей страны поправка, потому что сейчас есть такие поползновения, да, по поводу присмотра результатов различных исторических явлений, да, то есть и мы говорим сейчас и не только о Великой Отечественной войне, мы говорим о более ранних событиях, да, но Великая Отечественная война, Вторая мировая война, да, те ее результаты, те достижения нашего народа, тот подвиг, который был совершен советским народом,
правоприемником этого государства является Россия, безусловно, подвергаются сомнениям на Западе, да, то есть постоянно об этом идет речь, если мы посмотрим даже произведения художественной культуры, да, то есть совершенно речи о каком-то участии советского народа там не идет. И это, во-первых. Во-вторых, безусловно, и в нашей стране появляются сторонники такого подхода. И, соответственно, умалять подвиг, умалять жертвы многочисленные, многомиллионные, которые были в нашей стране в связи с этими событиями, вот именно эта поправка не позволяет. В данном случае это, безусловно, своевременно и правильно, потому что, если мы говорим об информационной войне, да, о гибридной войне, то это один из способов расшатать, умалить память. А, к сожалению, наше время неумолимо истекает. Я хотел бы от всей души поблагодарить вас за участие в сегодняшней программе, в нашем телемарафоне, который сейчас продолжается. Буквально через несколько минут мои коллеги вернутся в студию. Я напомню, что с вами работал Иван Стрижов, и хочу пожелать вам активной жизненной позиции, хорошего настроения. До свидания.